Как-то я боюсь. Да. Перезапусти его. Только что делал. Мы нарушили только решение. Надо в шлеме кататься. Загугли. Почему я? Да я не тебе. Вообще никак не хочешь поворачиваться. Надо, короче, сделать так, чтобы вот эта ножка казалась какие-то какие-то. Так вот в чем вся проблема. Да, ну вот. Гироскутер — это фигня. Я собираюсь найти. Так. Как быстро снять спазм с шеи и спины? Как открыть дверь без ключа? Прострел в шее? То, что нам нужно. Как нельзя... на гироскутере. Он только что переклинил чуть-чуть, только это было не так сильно. Я это только что так сделал. Вот это опасный какой-то трюк. Очень опасно выглядит. Все было нормально, мы пришли в такого не было. Может, мы пойдем внутрь? Пока мы еще чего-нибудь не сломаем. Ну, пойдем. Да ща. Ну, разбирать я его не буду, потому что это может быть еще хуже.
Его всего лишь чуточку переклинило. Фига себе чуточку. Мне кажется, или он больше стал повернут. Время 4 часа. Я не понимаю, какого черта вы набираете, как чего ты набрал? Я думал, это новости идут, и типа, все понятно. Надеюсь, он заснимет, как это решить. Пожалуйста. Комментарии. Да, комментарии, смотри. Не сиглы заклинил. Все. Калибровка гироскутера. Ошибка 2. Это вот здесь вот, когда... Обожаю школьников. Вот это вот. Чтобы откалибровать его, нам нужно... Это не то. Зажать кнопку включения. Вот она у меня. Сейчас, смотрите. Боже. Так, надо поставить гироскутер ровно, на ровном полу и ровно, сам поставить ровно. Нажимаем кнопку включения и держим ее, пока не замергают такие огоньки. Сейчас я покажу. А колесо? Да. Ну вот это надо просто так вот. Нет. Чики, все. Да, давай. Сука. Вот именно. Потому что не так это делать. Хрустит на попало. Не понятно, откуда это. Ты тут пишешь? Ты тут нет? Нет. Ты что, карты ловите никак? Ай, мы свалились. Мы с тобой пойдем. Ты с нами пойдешь. А, это? Я сейчас его решу. Угу. Все, вот, попробуй. Ох, что-то... Как-то я боюсь. Да, я знал. Но ха! Попробуй. Так все понятно. Он просто, типа, из сустава вылетел и такой, типа... Пшшшш. Да нет, да. Там просто одна деталь... Ты по груди себе не поездил. Что нет. Одна деталь? Там они, типа, вот так вот. И назад мне это не делали. Да. Типа как шестеренки. Ну там сложно. Но это было страшно. Идиот. Это, кстати, ты же сделал. Это не я сделал. Ты с него сошел, он это... вот так заблокировал. Это я сошел. А-а-а. Сразу меня винить. А, наведите видео, как слезать с гироскутера. Слезать. Икру слизывать с гироскутера. Красный. Ладно. Что-то... Не набирай, не будем, сам слезешь. Надо сначала одну ногу вроде как. Я так и сделал, я думаю. Да, он так и сделал, и потом он наклонился вперед и просто прыгнул с него, и он так... То есть он назвал это планка. Ага. Вот. Многие новички ставят на гироскутер одну ногу, а вторую ставят не сразу же, а попозже. Ладно, сейчас погоди. Буду влог снимать.
Я катаюсь на гироскутере. Точно, как правильно слезать с гироскутера? Точно по той же самой схеме. Снимаем одну ногу, потом вторую, я же тебе сказал. Окей, Миша, смотри. Давай, одну, смотри, сначала. Одну ногу сюда? Сначала одну. Смотри. Все, я слазил. Смотри. Ну вторая ты должна как бы прямо хотя бы немного. В смысле, прямо немного? Ну, так ты его наклоняешь, потому что он не понимает, что происходит. Смотри, одну ногу убираю, одна на этом. Смотри, другую убираю. Идеально. Он трясется. На. Можно было попробовать тебе его просто выключить. А, да. Блин. Бери бы их на ноги. Андрей на Сигвее. Андрей Сигвей. Пойдем, Миша, отформатируем карту памяти. Андрей заезжает.